Здравствуйте! В этом видео я хочу вам показать, как можно один и тот же элемент обыграть в разных техниках. Вы помните видео, как я рисовала плоской кистью лилию. Вот сейчас мы этот же самый элемент, эту же самую лилию, но будем исполнять в технике акварельной краски. И прежде всего я намечаю контур моего будущего дизайна. Я взяла акварельную красочку, развела ее водичкой. Контур такой и недостаточно плотный, но и не совсем прозрачный. Такой средней плотности. И я вот просто смотрю на рисунок, который был сделан плоской кистью, и повторяю контурно форму лепесточков, которую я уже рисовала в другой технике. За что я люблю акварельные краски? Как раз вот за их прозрачность, за их неводостойкость. Зная технические приемы работы с краской, можно неудавшиеся моменты размыть, красиво, допустим, растушевать переходы, кому нравятся плавные переходы. Ну, очень много таких разных фишечек, которые при работе с никакими другими красками мы не сможем использовать. Да, можно в технике акварели рисовать и гель-красками, и гель-лаками, и акриловыми красками, но это будет слово «в технике». Что это значит? Это значит то, что любую краску можно довести до прозрачного состояния и вот, накладывать такими лессировочными прозрачными слоями цвета. Но ни в одной из красок не будет вот этой вот фишки акварельной, то, что она размывается водой. Ну и как видите, я уже проложила полностью основной цвет на моих розовых элементах. Намечаю контуры для листиков. И тоже залью их самым-самым светлым цветом, который будет присутствовать у меня в нашей зелени. Если у вас несколько оттенков, мы всегда начинаем с самого светлого. Если у нас какой-то основной цвет, ну я вот выбрала для розовый, да, и вот такой вот оливково-зеленый, то я наношу сейчас как раз вот такими лессировочными прозрачными слоями, слой на слой, тем самым я могу и набрать плотность цвета и сделать разную плановость. Что значит плановость? Два зеленых лепесточка, один сверху, один снизу. Тот, который снизу, всегда будет темнее. В нашем рисуночке здесь тоже есть два лепесточка, которые под первым планом находятся. Естественно, розовый цвет я не оставлю таким же самым, какой вот сейчас вот он присутствует на всем моем элементике. Он тоже станет потом темнее. И после того, как у меня просох мой первый слой, а просыхает он быстро, пока я рисовала зелень, уже картинка розовая высохла. И теперь я по высохшему слою добавляю оттенок розового для того, чтобы усилить в тех местах плотность цвета, где мне нужно. Как правило, чем ближе к серединке, тем становится цвет темнее. И вот сейчас как раз эти моменты я и подчеркиваю. Вот вы видели сейчас, да, где было сильно много интенсивного цвета, сильно много краски. Я смоченной в воде отжатая салфетку чистой кисточка взяла и сняла лишнее. Если много воды вы каплю ставите, прям такая прям капля с кисточки бульки упала, то же самое кисточку отжали об салфеточку и сухой кисточкой сняли лишнюю водичку, которая капнула на дизайн. Сейчас мы будем работать с нашим основным элементом. Постепенно добавляю
все больше и больше темных участков. Я работаю сейчас с тенью. И вот пришел черед второму плану лепесточков с лилия. Вот то, что под низом находится. Я добавила в мой розовый цвет чуть-чуть синего. И цвет у нас стал более фиолетовым. И вот этот вот фиолетовый цвет как раз и будет основным тоном для нижних лепестков. Вы сразу видите, прокладывая вот такие темные пятна, сразу первый план, розовый цвет, выходит наверх. Он как бы поднимается, создается эффект объема. И также поэтапно я буду все больше и больше добавлять теней. Но существует такое правило, больше трех накладок цвет на цвет не делать. Потому что акварель ваша может стать такой вот замученной. У нее будет вид не очень чистый. Точно так же и по отмывке. То есть не постоянно можно применять этот метод. Всего лишь один раз, и все, и на этом больше ошибок вам делать уже нельзя. Мне нужно выделить мой отворотик, который у меня есть на верхнем лепесточке. И вот чем больше я подкладываю тени под него, тем он больше опять-таки выделяется, и получается эффект объема. Я еще расставила акценты теневые, для того, чтобы наши лепестки первого плана повыходили именно на первый план, чтобы они стали еще более объемнее. Вообще акварель прекрасна тем, что в ней может работать и линия, и пятно. Если вы посмотрите, то линии появляются и уходят в пятно. Что это значит? То есть линия появилась на каком-то участке, и она ушла в пятно. Пятно — это значит, она ушла в тень, да? Либо это тень на самом цветочке, либо это тень, которая дает листва, но она просто исчезает. И нет такой вот четкой графики. Можно в разных техниках работать этой краской. В каждом случае я выбираю для себя определенный как бы моментик, но если у меня есть много времени, я могу повозиться и что-то такое более живописное сделать, ну вот как сейчас. А если это ограниченное количество времени, то работаю уже в технике экспресс акварели. Я до этого показывала видео, где были такие вот элементы с экспресс акварелью. Но для того, чтобы работать в экспресс технике, нужно очень хорошо знать рисунок. Легенькая-легенькая прорисовочка, буквально пару-тройку каких-то прожилочек, чтобы, я говорю, причесать наш рисунок, чуть-чуть конкретики в него добавить. Ну вот такая. Серединку мы будем ставить в самом-самом последнем конце. И вот после покрытия финишем нашего дизайна я гель-краской белой делаю легенькую-легенькую прорисовочку. Я вот расставляю такие утолщения и стягиваю эти утолщения кисточкой в тех местах, где есть точки перелома. Либо это какие-то впадинки, либо наоборот какие-то вершинки окончания элемента. Ну вот такие вот точки, которые играют роль в самом рисунке, и мне их хочется выделить, мне их хочется подчеркнуть. Они просто взяли и абсолютно одинаковой контурной линии все, говорю, обвели, расчертили и все, справились. То есть прорисовка должна быть живая, прорисовка должна участвовать в каких-то определенных решениях определенных задач.
Либо это причесать рисуночек, либо расставить акценты, либо рисунок сам оживить. Ну, вот было все очень-очень темное, да, прям все посливалось. Взяли беленькую красочку и, сделав легкую прорисовку, ваш рисунок вытянули на другой уровень. Ну и в самом последнем конце, используя серебристую и золотистую гель-пасты, перемешав их между собой, я получила такой вот цвет светлого золота. И расставив вот такими движениями один цвет и золотистый цвет, я получила серединку. И вот итог. Рисунок плоской кистью и рисунок акварельными красками.